Да, Раунеров, погодка сегодня печальная, но благо нету дождей, уже хорошо. Нахожусь сейчас я над подвалом, как и говорил, могу показать большую съемку, трещин здесь нет. Ну, это, в принципе, хорошо. Как мне сказали, что тут фибра сыграла хорошую роль. Палубку пока под низом еще не рискую снять, но на следующей неделе я уже буду покрывать гидроизоляцией и утеплять. Ну, скорее всего, это в пятницу, четверг, там плюс-минус. Сегодня я планирую спуститься на самое дно еще раз, пока свет, и буду снимать доски, потому что доски — это не шифер, они воду пропускают. Ну, тут еще много чего есть поубирать, но вот хочу сегодня вот разобрать внешнюю, пока внутрь я не лезу. Именно внешнюю поснимать с двух сторон, окопать. И завтра, потому что сегодня, я думаю, дядя Леша не такой быстрый, чтобы сегодня еще помазать изоляцией. Если помажу изоляцией я завтра, думаю, в первой половине дня, то во второй половине дня я уже буду закапывать. Если будет вода, то прям буду поливать, чтобы прям как этот, чтобы была, ну, жидкая глина. Это будет как типа... Забыл, как называю слово, но вы поняли. Так, ну а перед началом еще нужно размяться. И я знаю, чем я займусь сейчас. Оп. Тут есть одно дело неотложное. В общем, нужно эту кучу песка перекидать вот сюда. Поэтому надо размяться. Вечер добрый. Ой, пока работал, уже вечер наступил. Ну, по классике обычно, у нас так всегда. Ну, пока там помочь, пока там перекидать. Перекидал здесь где-то 3,5 куба. Осталось телег, наверное, 5-10. Ну, в общем, соседи выручат, я скажу, что пусть забирают. Ну, куда им девать? У меня тут, ну, тут только начинает нарисовываться какая-то площадка. Поэтому хороший сосед всем делится. Поэтому надо начинать с этого. Тоже есть хороший сосед, он со мной поделится, даст мне еще ведро мастики. А это хорошо. Ну, в общем, в подвал сегодня не пойду, потому что капает дождик, не дает работать.
Но работа на сегодня еще есть. Я вот прожигал там, вот сейчас не видно, за куча, которая здесь была, вот за песком. Она полностью все сгорела уже вся. Осталось еще одну добить завтра, и почти не будет мусора, останется только опалубка. А, плюс отвлекала жена, там бегала. В общем, моя печенька опять заболела. Гребаный детский садик. Поэтому в понедельник на работу не иду, в понедельник я с ней сижу. А, с песком закончил. А, еще до поспать где-то сколько там. В общем, по моим солнечным самым где-то еще 2-3 часа. Я хочу перетащить кучу. Сейчас будет свет, то есть цементный раствор занести в дом. И еще потом, где опалубка, пересортировать, что сжечь, что оставить. Ну, то есть пока еще есть чем развлечься. Но в подвал полезем уже завтра с утра. Так что, за работу. Ну, на сегодня все. Перенес я, ничего не осталось. Как положено, красота. А, в принципе, я еще не все, я еще домой не пойду. Тут находятся у меня запасы. Двери. Вот пластиковые, железные. Хочу отнести, убрать. Бочку поставлю завтра, там еще не видно. Вот поддончики сколлекционировать. Гидроизоляция. Железо завтра. Ну, в общем, до 11 еще время есть. Я еще потаскаю. Правда, уже без камеры. Ну, как обычно. Так что на сегодня, наверное, все. Будем прощаться. Завтра будет новый интересный день. Завтра мы, скорее всего, пойдем в подвал. Если не будет дождя, просто на глине там скользко, можно подскользнуться. Буду ломать опалубку внешнюю, то есть внешнюю, не внутреннюю. И пробовать покрывать мастикой, и уже можно закапывать хотя бы до половины спокойно. Желательно бы пришел утеплитель, я бы до крышки сразу бы закопал. Но тут немножко маленькие проблемки. Но думаю, развязка будет уже на следующей неделе, поэтому потерпите. Мы уже на следующей неделе закопаем его. Ну или хотя бы утеплим и замажем. Фу. На сегодня все. С вами был Лёхин. Всем спокойной ночи.